Siempre estamos esperando la Navidad. Siempre para siempre realidad. Siempre viene contado la felicidad. Toda la felicidad, toda la felicidad. Вот они. Мы приехали уже к Ире. К хозяйке этого дома. Жанна уже в фартуке. Ну и посмотрите. А, ага. А не только в фартуке. Не только в фартуке. С бокальчиком. Таня лепит. Да. Италия, привет. Всем привет. Да, вот это Жанна на друзья. С Тамиком. Да, и посмотрите, какой нас встречает замечательный стол. Про это, Жанна, ты потом расскажешь. Не вот такой красивый, вкусный, очень красивый. Посмотрите на эти рюмки, стаканы, бокалы. Как их назвать-то? Вот у нас какие красивые. Ой, все. Кстати, итальянские. Все, я не могу. Я не могу. Дорого, да. Все дорого. Итальянские. Где бы я еще встретила итальянские? Я свою салфеточку. Очень красивые вот эти картины. Тоже. Сейчас будем вареники, пельмени. Как? Вареники с картошкой. Да, да, да. Я же ручки пять раз помыла. Давайте. Ой, что-то я уронила тут. Или что, давай, салфеточку. Садимся, а потом лепим. Все, что-то вкусненькое все такое. Рулетики. Таня, с командой. С командой Зургака. Так, а здесь наши мужчины отдыхают, друзья. Вот. За здоровье. Пожалуйста. А что, за у меня тоже умеет пельмени. Все. О, бригада Ух. Бригада а вот Ух. Нас... О. Нет, где девочки? У нас все так. Так. Супер. Девочки, супер. Какая у них команда. Какие у них слаженные. Накакали мало начинки. Мало. Она уже... да. Все супер. Домой. Вот так вот. Как ты его закрываешь вообще? Короче, мои все, пожалуйста, мне отдельно отложите. Жанна, тут их посмотри, какие красивые. Посмотри, какие красивые. Посмотри, какой красивый. Вот это не выкладывайте в YouTube. Дурит она вас там. Дурит. Супер. Картошка с грибами. Это же сказка. Это же сказка просто. Смотри. Ира так быстро делает. Смотри. Посмотри, какая красота. Красота, конечно. Кто ж сомневается-то? Жалко. Кто ж сомневается? Поналепила. Это что такое? Аккуратно, красиво делай. Вот так вот, смотри. Вот красиво. Давайте сюрприз какой-нибудь. Это на тихую сниму мужиков. А то я к ним подошла, они перестали общаться. Слышь, Жан. Яичко положите мне. Жан, слышь, бриллиантом, я говорю, да? Я на тихую к ним подошла, они перестали разговаривать. Буду со спины их снимать. Они так хорошо. Знаешь, как будто это на центральном телевидении. Если не трогать, они могут сидеть вот так вот. Им только наливаешь. Но они пьют безалкогольно, если что. Они за рулем будут, если что. Ну так вот. У меня подружка всегда говорила, она не пьет. Я всегда говорила, да мне не надо пить, у меня доли своей хватает. Вот так. У меня шок был. Почему, почему? А ты помнишь, потому что Тамик сидит с интеллигентным лицом, смотрит тебе в глаза. Жанна хлопает глазками, как будто она взлетает. Я кинула, как я? Да не, этот ей подыгрывает. Я говорю, слушайте, я говорю, вы аферисты, в принципе. Не семейка, а прям какие-то автобендеры. Таня, помнишь, когда колонна? Жанна. Таня сказала, я с вами развожусь. Ира, таких народ должен знать в лицо. Вот так, вот так. Она вот так сидит и говорит, я карту бросила. Кто-то позвонил? А? Я карты сбросила. Жанна, врут все. Все врут. Все врут, да. Все придумывают. Это врут. Хорошо, что надо у меня такой хороший характер. А Кондратья сказала, я сами развожусь. Я так посмотрела, я
я бросила играть, кстати, так. Да. А, разозлили, да? Разозлили, да? Она уже Ира бросает. Не, ну тогда 65-й раз дураком остаюсь. Вот так вот, понимаешь? У меня единственный друг в картах, это Саша. Он мне всегда помогает. Вот так вот, поняли? А ты? Зато теперь, Жан, теперь все про тебя знает. А ты, Жан, а знаешь, что было? Вареньки лепить не умеешь. Вареньки лепить не умеешь. Товарищи, не вместе. Вот почему их нету. Сетинских пирогов не умею. Товарищи, вот я учусь лепить вареники. В следующем видео покажу вам. А вот сейчас она научится и будет делать. И говорит, смотрите, обалденно, как все быстро, как все классно. А знаешь, что было? Ой, не могу. Давай, говори. Говори. Я положила свои карты, не чай. Вот просто положила. У меня столько было. Вот это... Брешет. Я видела, я промолчала. Она вот так на меня посмотрела, я промолчала, опустила глаза. И если бы Таня не увидела, не возмутилась, мы бы закончили играть. Я остаюсь в дураках. И у меня, кстати, карта. В принципе, невозможно. Ой, не могу. Ты знаешь, что было, Жанчик? Короче говоря, у меня было три колоды. Объясни. Три колоды. Я их положила на стол. Дамик их вот так нечаянно взял. Да, слушай, вот мне это не надо, я всю эту процедуру видела. А Ира увидела, да, и на меня вот такими глазами смотрит. Ой, я начала ржать. Я уже плачу, слушай, у меня уже слезы. Что я буду делать? Сахудагу. Сахудагу, я не могу, я уже... Дамик вообще не понял, в чем ситуация. Так мы играем каждый раз. Ну теперь я никогда не ожидала, он садится такой интеллигентный. Тамик такой кадос. Нет, ладно, Тамик. Что? Семейка такая, что жена. Тамик, она говорит, ну и семейка. Я просвечиваюсь. Вроде, говорит, с виду интеллигентные люди, слышишь? Ой, не могу. Нет, это мы ее... Нет, Тамик, мы ее к маю готовим. Это они меня к маю заманивают. Мы ее к маю готовим. Сейчас расскажут, да, чтобы у меня этот аппетит разыгрался, настроение, знаешь. Да быстрее, быстрее все узнать, всех узнать. Да я уже узнала по вашим рассказам. По вот сейчас я с ними нахожусь полчаса. Это просто мне этого общения, не то что общения, вот таких именно людей, друзей, которые у вас, этого на самом деле очень не хватает, живя далеко. Далеко за своей родиной, на чужбине. Да, очень не хватает. Страну очень важно. Я ж нашла через Италию. Не надо сейчас воображать, что вы тут в Ирландии все встретились, деловые. Эти две девушки с Грозного, с одного района, можно сказать. Мы с Жанной тоже с одного города. Это не зря 2 на 2, да, Ира? Ну-ка, что ты скажешь? Нет, я же скажу, что жизни не бывает. Случайностей не бывает, да. Поэтому это просто... Короче, это... Жанна, не снимай их, выключи все. Я всегда говорю... Вот так, вот видите, товарищи, вот посмотрите. Кому нужны враги, когда у тебя такие друзья? Оболгали, главное. Да, конечно, оболгали. Ты что? Это... Вот что вот тут? Вот это вот, а что вот это вот? Жанна, у нее в руке. Да. Ладно, пока закрываю. Пока закрываю. Это что, тюльпаны? Тюльпаны с Голландии, с аэропорта покупала, привозила. Солнышко, посмотри, какое солнышко. А вот это что? Как это кусок?
куст называется? У нас везде он растет. Не знаю название, честно. Я половину я с названием не очень. Мне, кстати, надо очень еще... Пупуськи. Как вот это называлось? А, это... не помню я. Вот ага. Не... Вот ага. Вот ага. Почему она цветет весь год? Да? Круглый год, да? Круглый год. Цикламин? Нет. Нет. Цикламин это крас. Вот. Вышли в огород. Вышли в огород. Перетоптать наши пельмени. Мне больше огорода и не надо. С этим разобраться. Конечно. Конечно. Посмотри, столик, зонтик, барбекю, шикарно. У меня шезлонги даже есть. О, выходила, все. Я даже впервые загорала. О, видишь, как хорошо. Черная, пока лето начиналось, я уже была черная. Я там отключила, могу увидеть. Вы где были, я говорю, в огороде. Какая красота, какие цвета. Ну, блин, как же они называются? Как же они называются? Я вот не помню. Ну ничего, нам напишут, как они называются. Нам напишут, девочки, как они. Ой, какое солнце, глянь. Вот это цвела. Думала, замерзла. Это же этот... Ой, что ж такое с мозгами-то? Ира! Пишнецку. Что с мозгами? Вот это Жанина роза. Вот это Жанина роза, плетущаяся, отошла, ага. Что она мне давала. Вот супер. Это, по идее, магнолия должна быть. Вот листики пошли. Вот это все поменять надо. Ага. Все уже это поменяю. Супер. Блин. Только что они были. Вот эти вот черные. Нет. Гортензия. Гортензия. Все, гортензия. Я по листам вспоминаю. Они у нас тоже, кстати, в огороде. Украла с какого-то забора, шла. Вот такие вот штучки. Вот там земли нет. Я просто в камни накидала. И посмотри, вот пошло, пошло, да? Гортензия, вот это да. У меня это... Будет, смотри, цвести будет. Да, как они... Как оно? Как оно? Это кто? Это просто куст. Это просто тоже вот белый. Как бенджамин. С белыми листочками тоже есть бенджамин. Супер. Отлично. Что еще надо для счастья? Ира, вот так вот, смотри. Ну, повернись сюда, Ира. Вот так вот. Что еще надо для счастья? Вот так и все. Мало. И много. Надо мало и много для счастья. Да, все супер, отлично. Да какая там жуть? Мужики всегда спиной стоят. Пусть стоят. Ой, а вот это что такое, голубенькое? Это камушки у тебя, это да? Я от улиток. Рассыпала. А, и понятно. Жрут. Да, да, да. Да? Ой, ты, да ты что? Слизни, улитки. Это просто... А я буду пока. Раз. Эту? Я такую. Так, импровизировать. Да. Раз, два. Поехали. К нам приехала Жанна, дорогая. И мы ее поем. И сюда. Ну вот и все, дорогие мои друзья. Мы уже возвращаемся домой по той же красивой дороге. Сейчас очень красивый закат, вы его увидите. И хочу сказать Жанне и Тамику огромное спасибо за это приглашение в Ирландию, за то, что познакомилась с замечательными друзьями. Все просто душа, ну просто душа. Я
очень очарована и околдована. Ира и Таня, огромное вам спасибо. Дай Бог, чтобы ваша дружба с Жанной и Тамиком никогда не заканчивалась. Будьте всегда вот такие искренние, добрые и настоящие. Желаю вам всего самого-самого наилучшего, что есть на земле. Буду прощаться и со своими зрителями тоже. Хочу вам сказать, что это еще не все я вам показала, поэтому не пропускайте. Спасибо всем огромное и до новых встреч. Пока-пока.